сегодня с инструментами, причем я просил каждого взять тот, на чем он сейчас играет вот больше всего и так далее. И расскажите нам вообще, что это и т.д. Давай с тебя начнем, потому что ты, опять-таки, первый раз. Тебе так проще будет по аналогии сделать. Откуда же у тебя как такая палка? Сам даже не знаю, как так случилось. Короче, это твой кастом. Естественно, да, это мой кастом, который сделан из замечательной мастерской гитарерии, а конкретно мастер Антон Рызлов. На этом реклама закончена. Защита. Да. В общем, любой гитарист, как мне кажется, во всяком случае, большинство, где-то на самых таких вот задворках подсознания мечтает о том, чтобы у него появился инструмент, полностью отвечающий его каким-то, конкретным сейчасшним потребностям. И я понял, что настал тот самый момент. Я достаточно, как мне казалось, начал разбираться в древесине, там, в электронике, которую я хочу, и так далее. И, собственно говоря, заказал кастом. Что это из себя представляет? Это семиструнный баритон, мензура 27 дюймов, сделанный по принципу антимахагон. Возможно, во многом меня сейчас захотят все закидать тухлыми яйцами и помидорами, несмотря на то, что в основном я играю тяжелую музыку. Я не люблю характерный бубнёж. Махагон сказать — это очень, как бы, все равно, что сказать рок-музыка. Сортов этого дерева насчитывается там очень много, и они все ведут себя по-разному. Но в большинстве случаев я слышал всегда характерный бубнёж в саунде, особенно где-то по низким частотам. Вот. И мне не очень нравилось, как он ведет себя в миксе. Ты, скорее всего, про чистый звук сейчас говоришь. И в перегрузе в том числе. Uh-huh. Так, короче говоря, я не люблю, когда гитара, в принципе, начинает чуть-чуть басовить, чуть-чуть басить. У всех тяжелых команд есть такая идиотская тенденция делать бас-гитару максимально просто неслышной. Что в миксе, что на концертах. Басисты представляют из себя зачастую просто каких-то задротов, которых все гитаристы задвинули. Им ни девок, ни бухла, ни кокаина, ни героина. И они тихонько споят. Это нормальный человеческий звук. Да. Что-то еще и музыка такая. Вот. Есть команды, причем их достаточно много. Ярчайший пример — это группа Korn, у которой бас слышно на всех записях всегда. Именно во многом потому, что частотный баланс в команде очень хорошо разделен. Именно ради этого я хотел сделать инструмент антимахагонового характера. Естественно, я здесь использовал достаточно легкие сорта. Топ ясень, достаточно толстый. Соответственно, основной корпус ольха. Гриф клен. Даже штапики с тыльной стороны я попросил сделать не традиционно из красного дерева, а из ореха. Mm-hmm. Вот. Здесь, соответственно, для дизайна топ головы грифа сделан точно так же из ясеня, накладка черное дерево. Что, получилось, что ты хотел? Был, конечно, достаточно такой щепетильный момент. Я думал, что получится совсем пилорама. В общем-то, я отчасти ее и хотел, но думал, не получится слишком верхастый инструмент. Но насколько я вот сейчас его эксплуатирую, порядка 3 месяцев уже он у меня в руках. Во всяком случае, он получился именно тем инструментом, который отлично читается в миксе команды. Я человек, как называется, как бы групповой музыкант, то есть мне нужен коллектив. Я рассматриваю себя в качестве части коллектива. Мы все тогда групповые музыканты получились. Видишь как? И для меня в первую очередь важно, как инструмент, музыкант читается именно в коллективе, именно вот в химии данных конкретных людей. А не сам по себе, какая у него техника, как он там может играть, это как-то. Угу. Потому что музыку, которую все слушают, в конце концов, это музыка с басом, с барабанами, с вокалом, с клавишами, с электроникой, с кучей всего. Гитара должна иметь свое какое-то конкретное место. Вот, поэтому он свою нишку занимает, ни в коем случае никому не дает себя заткнуть, его слышно всегда везде, мне не надо ничего никогда не выруливать много. Ну, поиграй нам на нем. Вот, и естественно, я хотел его в первую очередь сделать ради клина. Поэтому на обоих хамбах я поставил отсечку, которая, соответственно, делается на тоне. А вот этот красный — это килл-свич? Вот, красный — это килл-свич. Но это больше, на самом деле, был просто прикол. Дай-ка, думаю, попробую. Я не то чтобы активно им пользуюсь, но, как говорится, когда тебе что-то дают в руки, начинаешь понимать, как это можно применить, и в некоторых вещах я начал это делать. То есть, собственно говоря, для электрогитары семиструнной, для металлистов, которая должна всех убивать налево-направо, звук достаточно своеобразный. Ну и плюс ко всему, у нее достаточно читаемая 7-я струна.
На хамбах это будет выглядеть даже на нековом. Ну да, кому-то так нравится, мне больше нравится так. Я извиняюсь, струны немного сажены уже. Да мы все понимаем. Вот, и потом много партий как бы с дилеем, соответственно, на чистом звуке. Мне нужно, чтобы все это как-то читалось. Черт. Давай мясо. Какая-то такая штука. Ну и мясо у него тоже так достаточно. Ну что, типа того? Роцк. Роцк, битл. Прям очень-очень круто. Давай, Петя, тебя слушать. Да. У меня, конечно, гитара... Почему пиви у тебя? Совсем другого. У тебя Лес Пол был. Совсем другого толка. Да, у меня был, кстати, Лес Пол и вот тот из ясеня. Так тоже необычная модель. Тоже, да, очень нехарактерная. Не из красного дерева. Но у тебя там что-то замороченное было. Там был даже вообще даже. Не ясень, а болотный ясень. То есть такой ясень, который там лежал в болоте и разлагался. А потом из него делали так. Болотник традиционно считается американским ясенем, это дальневосточный наш. Отличается они в первую очередь, извини, что в лес, да. Тем, что болотник просто в два раза легче. Гитара да, из дальневосточного, лучше, да. Она будет как просто топор. Ну я это поддерживаю. Такой свэмпэш, такая студия такая есть, модель. В принципе, там из ясеня вообще мало чего делают и такого. Вот Лес Полов из ясеня, ну вообще... Очень сложные. 4. Ясень все-таки более характерный для фендеров, ну, древесины. Да, ну, потому что да. Так, есть стандарт такой, что звук должен быть такой. Такой. Круглый. Вот. Ну, что у тебя сейчас это вообще гитара, которая просто меня сама нашла. Там, я ее не искал. Можно сказать, я играю. Ну, ни на чем попал, конечно, но просто вот хотелось после Лес Пола какой-то стереоподобный звук, ну и что-то, винченый гриф, там, синглы, чего хотелось тоже. Вот, и я даже не знаю, что это за дерево, то есть я абсолютно... Мне кажется, оно синее. Профан, да, но оно есть такое вот блестящее дерево. Блестящее синее дерево с перламутровым пластиком. Вот, у нее такая вот... Ну, у тебя все такие замороченные инструменты были. Я помню, у тебя была 12-струнная Дан Электро. Да, Дан Электро. Хитрые тоже... всякие гитарки. Она есть. Ну, вот 12-струнная электрогитара, конечно, это настолько специфическая вещь, что ее... Ну, ты играл много, по-моему. Ну, там ее еще интересно, очень прикольно там вставлять какие-то там аранжировки, но она... Ее невозможно на ней как бы играть. То есть можно классно там так вот использовать. Такая. Ну, я понял. Фишечка. А что ты про это можешь сказать? Ну, что тебе в ней интересно, зачем, как ты ее используешь по большей части? Почему ты с каподастром сидишь на электрогитаре? Да, вот, ну вот я люблю каподастер. Люблю каподастер, очень люблю. Потому что с ним все звучит по-другому. Все. Да ты так же загадочно играешь. Что, к чему привык, оно все звучит, во-первых, тоже читаемо. Вот, ну а почему? А кто сказал, что нужно там играть на открытых струнах? Если это не что-то такое, что должно тебя двигать в пузо такое, то почему бы и не сыграть? Не, ну смысла в этом очень много. Ну покажи что-нибудь, чтобы я въехал. Что-нибудь. Такое вот. Ну, например, такое загадочное. Thank you.
может, в принципе, и воспроизводите какие-то, конечно же, более звуки, типа там... Охрененно круто звучит. Такая штучка. Блин, я, походу, тоже скоподастер хочу себе. Да, ну, и, как бы... Я знаю, где здесь, недалеко. Да. Да, я, ладно. Я тоже знаю. А тут как-то все. На скидку делаете? Как будто ты так уже выпил пиво и так, как бы, так, немножко... А у тебя какие-то ощущения другие от игры скоподастера еще? Ну да, тут еще же как бы, тут же лады сужаются. Пиццами изменяется натяжение струн, сужаются лады. Тут во-первых, он же так... питчит вверх весь строй. У него, в принципе, все начинается... Ты на седьмом ладу, да? Да. То есть разговор начинается от си. Да, да. У нас разговор начинается от ми. Ну, это у тебя тоже от си. Но у меня в другую сторону. Да. Тебе удобно, он поставил как раз на седьмой лад, ты можешь прям с воды ему. Вот. Так что это прикольный вариант такой. Угу. А сыграешь что-нибудь вместе? Да. Причем, я не знаю, попробуйте, может, смиксовать как-то, может, на перегрузе что-то поиграешь. Тем более, если скоподастер, то заведи что-нибудь, будет новое. Новое? Ну да, я уже поиграл на аккорд. И где ты будешь, кстати? А ладно, давай играй. Ты где будешь, там будешь. В дыму охрененно сидеть. Как будто я курю, но мне даже курить не надо. Сожру. Они знают, что потом будет. А что за песня была на 15:34?